Всем привет! Всем привет! Мы пришли сюда, и здесь вот такая картина. Это, скорее всего, сдуло ветра, потому что ветра в последнее время у нас были очень сильные, и сегодня ветер тоже очень такой хороший, напористый. Оставляйте комментарии, ссылайтесь на канал, делайте репост, это помогает продвижению канала. Хьюго, что случилось? Хьюго тоже со всеми здоровается. Хьюго, мне тут пишут иногда погладить тебя, передать тебе привет. Так вот, Хьюго, привет тебе передаю и глажу, шейку глажу. От подписчиков это тебе, понял? Настя будет готовить завтрак. Да, у нас сегодня будут блинчики. А этот самый главный нос только что съел целую вот такую тарелку. Она 700 грамм гречневой каши. И, в общем, с фаршем готовили. Вот. Голодным не остался однозначно. Температура на улице плюс 9 градусов. А вот здесь у нас только сажи уже нападало.
У него на наток сразу взгляд меняется. Угу. Спали сегодня хорошо. Раза четыре вставал, подкидывал. Настя замерзала. Всего лишь четыре раза. А чё бы... У нас есть 320 грамм сахарной пудры, и всю эту пудру мы сейчас высыпаем в тарелку. Ну все, мед растопился, стал жидкий. Подожди, не торопись. Все это мешаем до однородной массы, чтобы получилось как тесто. И в пакетик это все дело. Все эти действия надо делать максимально аккуратно. Друзья, я слазил к пчелам, положил им туда канди. У меня села батарейка на камере, я не успел заснять это все дело. Пчелки живые, все нормально, их там очень много. Положил прикормку, через недельку, я думаю, посмотрим, залезем с Мишаней. Съели они, не съели это, растаскали, не растаскали.
сейчас закидываем овощную смесь. И сюда же сейчас закинем капусту. Густой суп у нас получится. Дави. Все. Вот такой густой суп у нас получается. Мы добавили еще немного воды. Вот. Все равно густо. Все. Вставляем под крышкой. Пускай готовится дальше. Все. Все, у нас все готово. Вот помидорки еще для красоты отправляем. На 5 минут примерно. Выжглась. Настя сконструировала вот такую вот кормушку. Сейчас ее хотим повесить на конек избушки. Залезай. Все надежно. Да. Кто делал? Лена? Миша. Дави сильно. Все.
так вот. Все, готово. Нормально? Да. Ну-ка, что там как всё выглядит? Держится. Вот такая красота. Надеюсь, птички прилетят. Ждем гости птичек. О, вкуснотища пахнет. Вкуснотища. О, черпак стоит. Во. Такие супчики я люблю. Друзья, всем приятного аппетита. Супчик бомба. Приятного аппетита. Хьюга тоже кушает там. Хьюга кушает кашку, как обычно. Фарш и крупы. И мы тоже будем кушать. Офигенный суп. Хьюджик. Она уже не жареная, или что она жарится? Она рисует. Что у нас как ребрышки? Ребрышки сочные. Обожрались вообще. Да. Сейчас будем раскидывать монополию, сыграем и ляжем спать. Ну и, конечно же, в завершении давайте лайк, жмякайте, подписывайтесь на канал. Обязательно коммент пишите, что вы об этом думаете. Ну и, конечно же, делитесь видосиком. Всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока. Юга, всем пока скажи. Всем пока.